сегодня у нас на обзоре УАЗ Хантер. И нам расскажет про него представитель HR-клуба 4x4 поподробнее. Здравствуй. Здравствуйте. Ну расскажи, сколько он стоит, цена, внешне, я смотрю, переделан. Да, УАЗик довольно так переделан уже на сегодняшний день. Цена этого УАЗика доходит до 800 тысяч рублей. Это вместе с переделками? Ну, да, это вместе с переделками. На этом УАЗике, как вы обратили внимание, уже стоят увеличенные колеса, нестандартная резина, нестандартные диски. Диски переделаны для того, чтобы резина на малом давлении не слетала. Вот. Стоит лебедка 4,5-тонная. Переделаны ходовая часть, стоят полностью военные мосты. Двигатель стоит абсолютно стандарт, БАЗ-409. Объем какой? Объем 2,7, как написано. Ну, тут где-то 2,8, 2,9 с доработками, с переделками. Ну, в общем-то, это такой боец, который выступает на соревнованиях и очень хорошо выступает, как мы проехали здесь. Да, этот боец хорошо выступает, хорошо держится, молодец. Что бы еще такое вам сказать? Вот интересно, вот все мы это поставили, допустим, вот сколько это ходит? Ходит? Ну да. В зависимости, как вы будете ездить и где вы будете ездить. Если вы будете целыми днями гонять так, как вы делали это сегодня, как сегодня это все происходило, да, ну, в зависимости от запчасти, насколько она крепкая, насколько она хорошая. Ну сколько, допустим, резина стоит? Резина? Резина этого стоит около 80 тысяч. Комплект. Комплект. Веревки стоят на нем. Это не веревки, это травцы стоят. Они называются веткорезы. Как вы видите, за веткорезами находятся шнорки. Так вот, в русском народе его называют шнорки. На самом деле это воздухозаборник, чтобы когда двигатель тонет, чтобы просто-напросто воздуха не попала вода. Чем выше шнорки, тем больше можете потопить свой УАЗик, свой агрегат вообще. Ну и главное, чтобы проводку не заливало, соответственно. То есть можно по стекло заехать его полностью? Да, можно полностью по стекло заехать, вот, и машина будет ехать. Главное не дать ей заглох. Давай посмотрим, как он едет. Нормально, кто-то отдыхает. А чуваки чуть-чуть в шоке. Ну это у тебя обычное дело, да, так на соревнованиях?